ничего не могу понять. Причем феи или черепахи. Где мы черепахи игрушки? Посылка? Прикольно. Спасибо. И до свидания. Так, что же у нас за посылка? Мои тягости в черепахи пришли! Так, что это у нас? Не понял, что это такое? Маджики Фея? Ну-ка, я попробую, смотрю, что это такое. Я фея заказывала, но черепахи должны прийти. Может быть, вот такой просто пакетик, а внутри игрушки черепаха? Открой-ка. Что за инструкция такая девчачья? Не пойму, что это. Может быть, это такая реклама, то, что скоро выйдет. А настоящая черепаха и постер тут. Так, открывай. Все. Что это за фея такая? Ничего не могу понять. Причем феи или черепахи? Где мы черепахи игрушки? Не, игрушка, конечно, прикольная, я не спорю, но я черепах-то заказывала, не фей там каких-то. Кто это нам вообще попался? Джун, игривая остроумная фея. Нет, тут какая-то ошибка, может быть, в пакетике еще черепаха есть? О, что это? Солнце? Не, ладно, фея, ну при чем тут вообще солнце? Надо в инструкции посмотреть. А, понял. У кого солнце, тот меняет цвет на солнце. А у кого луна, тот светится в темноте. Сейчас посмотрим, как она будет менять цвет. Ну да, такой синенький, голубоватый меняет. В общем, понятно, они были такими розовенькими и потом поменяли фиолетовый. Посмотрим, что тут внутри этого пакетика. Так, чувствую, черепахами тут опять не пахнет. Я угадал. Опять какая-то фея. А тут вместо мне черепахи тортилы попалась нежная и отживчивая фея Эленор. И самое интересное, тут солнце, а на постере она должна светиться в темноте. Непонятно. Вот так у Эленор светятся крылья вот таким белым, чуть-чуть розовеньким цветом. Похоже на бабочку. Руслан, я дома. О, ты что, там новую посылку открываешь? Да, папа, распаковываю. Ну, только мне должны были прийти черепахи Диагостини, новая коллекция, а пришли какие-то маджики феи. Ну, я же не девчонка, чтобы с этими феями играть. Да, незадача. Слушай, а ты уверен, что там точно вся коллекция маджиков фей? Может, там просто один-два пакетика попался, а все остальные черепахи? Ты все посмотрел? О, точно, я же не все посмотрел. Ну-ка, если посмотрим другой пакетик. Нет, опять фея. Это Ева. Она фея искренности. Для нее самое главное, чтобы дружба длилась долго. И также меняет цвет на солнце.
все маджики феи. Да, точно все маджики феи. Не, папа, тут точно все коллекции маджики феи. Наверное, коллекции перепутали. Не, ну что я тебе скажу? Обидно, конечно, что перепутали. Но, Руслан, с другой стороны, ведь у тебя на сайте очень-очень много подписчиков, которые девочки, которые тоже любят играть с куколками, со всякими маджиками и так далее. Почему бы для них не показать эту коллекцию? Слушай, а это идея! Ну раз эта коллекция уже пришла, давайте ее досмотрим до конца. Беру следующий пакетик. Открываем. Так. И повторка. Эх, жалко, повторка. Нам попалась Ева. Следующий пакетик. Распаковываем. И, кстати, девочки, у кого есть такая коллекция или хотите такую коллекцию, напишите мне в комментариях. А я продолжаю распаковывать. Следующая у нас девочка, которая грызет цветок. А нет, нюхает. Или грызет. А это у нас Изабелла, фея любви. Обожает побывать в местах, где спокойно и тихо. В коллекции всего 12 игрушек. Так что распаковываем следующий пакетик. И тут у нас попадается... И не повтор. Это у нас Вивьен. Она фея магии. Очень хорошо учится и знает больше, чем всех магии, чем другие остальные маджики феи. Открываем следующий пакет. И у нас попадается... Нам попалась повторка Джун. Открываем следующий пакетик. Повторка. К сожалению, у нас повторка Элинор, самая отживчивая фея. Ребята, я буду открывать следующий пакетик, а вы также, если еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забывайте, что у меня есть еще два других канала. Супер Руслан Миллионер, где я тоже снимаю всякие челленджи прикольные и распаковку. А также Супер Руслан Плей, где я играю в разные прикольные компьютерные игры. А я продолжаю открывать. И у нас попалась девочка, которая неправильно ест мороженое. У нее на стаканчике мороженое, а на мороженое еще стаканчик. У нас проблема. Вон тот мальчик сидит, смотрит что-то наш канал и до сих пор еще не подписан. А ну подпишись. Подписался? Ну, молодец. А это у нас Кейти. Она любит готовить сладости для своих подружек. Вот, смотрите, она изначально такая синенькая. А вот переносим на солнце, она начинает чуть-чуть фиолетовать. Ребят, смотрите, тут она фиолетовая, а вот тут синяя. Беру посерединке и распаковываю. Ква-ква-ква, повторка. Нам попалась Ева, фея искренности. У нас уже три таких игрушки. И предпоследний пакетик. Повторка или нет, непонятно. Но вроде бы нет. Нам попалась Сэмми. Это фея дружбы. Для нее самое главное, чтобы со своими друзьями у нее всегда была дружба. Опа, разовели. Ой, по фиолетовыми в общем стали. Для сравнения. А вот тут синие. Ну, такие голубенькие. И, ребят, и последний пакетик, давайте, пишите в комментариях, будет там повторка или нет.
Я думаю, не будет. Ставьте видео на паузу и пишите. А я его пока открываю. Открываем. И у нас повтором или нет, вроде бы нет. Нам попалась Кира из всех фей. Она самая бесстрашная и отважная. Ничего не боится. Сейчас посмотрим, как она будет винить. Так, сложим. Тоже меняет в такой фиолетовый. У нее были розовые, стали фиолетовые. Вот такая прикольная коллекция. Я, девчонки, надеюсь, вам понравилось. И также напишите в комментариях, что вам больше понравилось. Как они светились в темноте или меняли цвет. Конечно, я ждал другую коллекцию, но она тоже прикольная. И кто хочет себе приобрести такую коллекцию, ссылка ниже в описании. Ну а также не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на мой канал Супруслан. Всем пока-пока! До скорых встреч! Пока!